Здравствуйте, лейтенант Лосев. Ваши документы, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, милок. Где они тут у нас? Вот. Похоже? Марья Ивановна. Ау! Нарушаем. Нарушаю. Вот, 160. А разрешено-то здесь 80. Ой, нарушаю. Ой, нарушаю. Каюсь. Ну? Машинка-то у вас красивая. Да. И дорогая. Небось, наверное, на пенсию купили. На пенсию. Сынок подарил. Сынок-то у вас заботливый. На юбилей. Да. Да. Мой Коляня. Ой, какой Коляня. Ну, ничего. Я вам сейчас выпишу квитанцию. Какую квитанцию? На скорости. Ну, брось ты, 160! Да ну! Подожди, лейтенант. Ну что, Марья Ивановна, опять нарушаем? Угу. Сколько там? 160. Ха! Ма, я тебе сколько раз говорил? Колюнь. Аккуратнее! Колюнь, ну нарушила, ну виновата. Ну исправлюсь. Вот-вот. Скоростной режим надо соблюдать. Бери, лейтенант. Давай. В моей смене никакого кумовства и этого, как его, протекционизма. Правильно. Молодой. Я? А ты не завидуй. Ты такой молодой. У тебя все еще впереди.